Во время полевого выезда сотрудники Росгвардии отработали боевые и специальные навыки. В течение недели военнослужащие сдавали нормативы и проводили занятия в условиях, максимально приближенных к реальным. Сотрудники ОМОН «Удар» управления Росгвардии по Иркутской области приняли участие в полевом выходе, где были отработаны упражнения тактической стрельбы, тактика служебного применения. Уровень подготовки по завершению полевого выхода был оценен на оценку «отлично». Все подразделения справились с поставленными задачами. Полевой выход для сотрудников Росгвардии завершился заданием, в котором необходимо было задержать условную группу вооруженных преступников, скрывшихся в лесном массиве.